бочку в толпу. Я буду капитаном. Очевидность. Сгорите на нафиг, сколько их завалил на бочке. Троих включаю меня. А ты с бочкой бегаешь. Я в этой игре вообще... Ну, я только бочек умею убивать. Я вообще ничем не умею убивать. Я вообще, в смысле, я вот одного только убил. Я вот сейчас только что зашел первый раз. Сражайся с моей птичкой. Убивать, или может? Я не знаю. По-моему, нельзя. Тут игра отродом, тут задроты рулят. Меня птичку хотят убить мою. Почти замахал рыцаря. Черт. Души его. Не замахал. Блин, еще тут два рыцаря, я думаю, свои. Трололо машины есть, нет. Нет, здесь, наверное, нету. Наверное, свой, что ли. Попугайка, попугайка. А, за кого бензол? А, за этих викингов. А, да, я за викингов, а ты за кого? О, тут рыба плавает. Ну, пират. Где? Она 3D. Здесь я убил, у меня ачивку дали. Это круто. 3D рыба, офигеть. Кто закрыл? Черт. Тут даже пусты 2D. Открой. Рыба 3D. О, открыл. Попугайка. Так. Как я понял, я... Нет, нифига, короче, я не понял. Куда ты столько попугая убил? Убили. Блин, жрет как в Team Fortress, ё-моё, озвучили. По стилистике. Хотя бы. Ой, чё-то он ругается матом. Наверное, по-нерусски. Дышит по-английски. Да-да-да. Я тут в каком-то баре все крушу. Бутылки. Бутылки крушишь. Ты сдавай их, не круши. Бутылки. Что-то здесь вот я. Вы, короче, все еще здесь. Я уже думал, вы там по серверам поразбежались искать. Не-не-не. Нифига, здесь. Народу много. Здесь в баре эти лампы 21 века. Попугай, догоняй. О, здесь золото посыпалось. Блин, черт. Меня жестко убивает. Я шахит. Так, я ничего не вижу. Кидаю бочку, подбегаю. Да. Никто не сдох. Нормально. Есть! Нет, нифига. Че? Да ничего, я думаю, я еще кого-нибудь убил. Выпусти меня. Выпусти меня. Тут нельзя вылезти, черт, тай, можно. Че-то я тебя ни разу не встретил еще. Я, может, там где-нибудь не там бегаю. Да ладно. Нам попугайчик летит. Еее! Что же они ворота закрывают? Как открыть? А вот. Чёрт. Блин, что-то лагать начало. Я успел птичку-то запустить. Блин, стреляют. Ай, черт. Ворота открылись. Вот они. Черт, я новый класс выберу. Ха, у меня есть много пистолетиков. И у меня есть бочка. Ты как тут класс сменить, кстати? На N. N? Чёрт. Я буду джигурдой. Это рыжий, который же. Да, рыжий. С волчьей шкурой на бородой. С бородой. Ты же знаешь, что же джигурда с бородой. Я знаю джигурду, да. Вот. Черт, меня джигурда убил. Тут, кстати, все, по-моему, с джигурдой. Одухотворил. Прокачал. Ой, нифига себе, джигурда рубит. Все его боятся. Джигурда все это рубит. Настя, я им бочку зажгу. Ну. Так, все ясно, держите, я играю. Держите. На! Стрельни в бочку, быстрей! Черт. У меня твоя бочка глушанула. Да это нормально. Ага, вот они.
вот они, нет, не они. А, я еще не с жигурду играл. Вот так, сейчас я. Да что он догони ты его? Все, я тебя. Блин. Не успел я суператаку врубить. Нифига себе, это он рубит как не знаю. Как джигурда. Он рубит как джигурда, да? Так подходишь так к столу, так и начинаешь так рубить капусту, короче. Капуста. Черт, где джигурду потерял из виду? Что-то меня подлагивает. Ну, у меня тоже много. Сервак полный. Я человек-мясорубка. Зажигай бочку, зажигай бочку. Ой, я могу крест от вампиров. Стой, встать. не кидай бочку, кидай бочку. Я на месте, я твой фраг забрал. Черт, не успел. Блин, яма упал, как тебе из него вылезти? Унесло. А там дырка есть, короче, в яме. А где дырка? Темная, сам там, в темном месте. А, во, вроде, вижу лезом. Ты не можешь увидеть, она темная. Ну, я увидел, то, что она темная. Тут решетка закрыта, спасибо. О, мне дверь открыли. Кого-то сейчас тебя убьют там, наверное. Блин, кто-то бьет меня. Я к тебе иду. Нифига себе, он, короче, тут как-то можно еще типа насмешек, да, что-то есть. Да. Нифига себе! Что там было? Я джигурда забыл волком. Черт! Жги бочку, чувак, жги! Человек, мусоровка! Не успел. Я умер. Блин, может удастся класс сменить. Нифига. Слабак. Блин. Слабак. А почему? Как я умею шпагу держать, хоп. Не, ребята, я, короче, не оставь. Че, тут есть помочивка Спарта, когда тебя кто-нибудь со скалы скидывает. Че, здесь вообще пусто, никого сейчас нет. Чё-то нифига этот Бочкарёв не рубит, блин. Блин, я круг прошел. Лучше, блин, за эту, за пирата, блин, играл, капитан. И чё такое? Рыцари выиграли раунд. Окей. Что здесь вообще происходит? Кто-нибудь понял? Да я чуть-чуть так. Вот, кстати, вверху что это такое? 0 к 6, там, 6 к 6. Без понятия. Блин, я хочу с другой класс сыграть. Дай бензон, поменяемся. Мы ставим что-то? Давай. Ходи в наблюдатель. А как? А, смотреть, вот. Ну, зашел. Все, сейчас меняю. Все, я викинг. За пирата заходи. А, вот джигурда. Джигурда рубит, я смотрю, вообще. Да-да, вот, выбирай там второе оружие. Ой, короче. Вон, все. Ну вот это вот, ну воткнул себе в палец фигню, короче. Джигурда вообще шинкует. Ну да-да, я тебе говорю. Забыл это слово. А вот он. А, пиратка. Я пирата зашинкую сейчас. Блин, меня за джигурду перекинуло. За джигурду перекинуло? Джигурду вальнули, блин. О, я буду снайпером, вау. Снайпером? Да, у меня пистолет есть. Быстро лаг заряжает, кстати. Тут только что пират выпил бутылку, это как? Или мне показалось? Насмешка есть на G. Или нет? А на чё? Вот джигурда, короче, на G. Ну это же логично. Да, джигурда на G. У меня что-то вообще нет насмешки. У меня, кстати, тоже, я не знаю, не могу включить. Играю за пират. Да не, нет насмешки. На F было. Не, он так волком вводит прямо. Нет, спецатака, надо набираешь, там он сверху полоса заполняется. Да? Да, и на F жмешь, и он, короче, там вводит. Чё, да, за пиратов как-то скучно, тут одни пираты бегают. Да, у даже голос какой же гордый. У кого? У Джигорда у кого? Логично вообще просто. Ла, хреплый. Блин, ты выбирай эту капитана, у него попугай есть, может попугай натравить. Так, а чё бочки кидал? Зажигай её, кидай в толпу. Сегодня в клубе Джей Джигурда.
Тут даже диски крутятся в клубе. Троллфатер. На которых миксовать. Черт. Тут в баре даже диски крутятся. Зайдите в бар. Я джигурдю, мне некогда. Блин, заджигурдили меня. Здесь даже миксовать можно, зайдите в бар. Здесь наешься. Можешь миксовать там. Мы в тебе нуждаемся, а ты там. А нифига себе, это одна что ли только бочка? Я люблю капусту. Сейчас я вам приготовлю салатик. Сходите в бар. Да где этот бар? Бар. Тот же Гурда миксует. Я слышу, как он миксует по клавишам. Миксует по клавишам. Ну загоните сюда в бар. Да какой бар? Я думаю, знаю, где бар, что ли. Так, я открыл ворот, короче. Как с базы идете, сразу налево поворачивай, через пещеры проходишь. Я сам был убивать. Там через пещеру проходишь, говоришь? Да, и там будет деревянный дом. В него заходи. Типа не дом, а там маленькая фигня деревянная. На нафиг, троих кого там рванул. А, такой тип с видом на... Ну, я хоть... Блин, а его убить нельзя. Здесь драться нельзя, черт. А, Вай, я вижу тебя, кстати. Ну, вы там заходите. А, тут патроны можно взять. А чё, где тут пластинки, ты говоришь? Это. А, во, в натуре. Да, я чё-то это... Клуб. Не обратил на это внимания. Вот, иди сюда, залази. Куда? Вернись назад. Слушай, чё, работаешь что-то? Да, они работают. Пожми их на Е. А, они сами включают. Блин, я не найду вас никак. Наешь мне. Давай вдвоём. Давай. Отпишми. Или они это. А, не это. Ну чем там занимаетесь? Тот же Гурда и пират миксует. Я даже диск ваш куплю один. Погнали рубить. Я попугайчик убил. Полли. Я убил Полли. Экономист сейчас где? С пиратом рублюсь. О, вот я нашел. Меня зарубили. Назад. Ты экономист, ты дом нашел? Нет, я не нашел дом. А, кто там что нашел? У нас что, еще кто-то? Где? Силач, у меня силач, прикинь. Чуть ты не разобрался. 20, что-то там. Да ну, напиши место, где ты находишься. Тихо, бензол стоит, я зарублю. Я на базе. Издеваться над твоим телом. Убейте врагов, которые являются вашими друзьями. Зомбик, иди сюда. А, я Джигурда. А, плохо. Джигурдязь. Джигурдязь. Блин, не затем бегу. Черт, меня смыло в реку. Лол, ебашь, дальше по-английски пишешь. Джигурду одухотворили. Мечом по репе, да? По башке. О, вот они, вот они. Бабах. Пират. Ой, это эконом сейчас где? На базе у рыцарей. У рыцаря это где? Ну, в центре там, в замке. Блин, моя птичка хочет одухотворить. Я вообще, по-моему, никого не убил. Я птичку убил, у меня даже 3 фрага есть. Я экономиста обогнал. Да, хотя он меня, как всегда, по пингу обгоняет. По пингу. Да. Ой, я думал, это счет смертей. Я так тоже подумал, как посмотрел первый раз. В принципе, ничего сверхъестественного не было, да, так, в цифре? О, здесь Троллфейс. Похож на карте или спрей, не знаю. А, нет, на карте вроде. Короче, у базы на викингов, где лодка викингов, справа Троллфейс.
тебя видел. Блин, а помнишь карту, где на драконах летали еще? Вау. Я контужный. Я убил. Есть. Бензал, идись, блин, я мимо бензала пробежал. Такая мясорубка. Кидай эту, блин. Что-то у меня лагать начало, бензал, так нечестно, тебя не лагает. Притворись мертвым, чтобы я тебя убил. На тебя попугая. Ай! Мертвого попугая тебе. Че он делает, вообще непонятно. Ну, кусай. Я вообще даже не видел, что происходит. У меня лагает все. Ну вот сейчас уже... А, все равно лагает. Блин, экономисты где? Пошли, я тебе покажу. Кого? Джигурду. Я сам Джигурда, чем не смотрит. Ну пошли вместе. Две Джигурды, это уже конец света. Пойду. Вон. А, слушай, я понял, короче, они сундуки, кажется, таскают. Ну, ех, вообще, да. Это кэп. Эх, ты чё, я там нам, сейчас заметил. Да, он кэп, он за капитана играет. Поэтому, да, да, вы чё так заметили, что? Чёртова птица, отвали. Это не моя. Эконом, умирай и иди к викингам на базу. Пойду. Ну, мари тогда. Я тут это, колдую дым из мешков чего-то. Чего? Колдую дым из мешков. Там какой-то же года прыгает, это не ты? Нет. В лодке был. Троллфейс пошел. Ой, свои. Блин, не, действительно, тут вряд ли. Вы, кстати, попробуйте друг друга побить. У вас это Friendly Fire есть там или нет? Не, ну серьезно, ребят. Да откуда я знаю, блин? Три Джигурды — это вообще жесть. У нас вся команда Джигурды, кроме двух. Была одна. Джигурд. Четыре Джигурды. Блин, вы третий, ё-мо, проверьте. Да нафига, блин, замучил. Да потому что ты вот рубишь, блин, всех. Не знаю, страшно. А я могу топор метнуть. Черт. На Джигурду идет охота, за нас двое бегут. И один от меня бежит. Я своему в щит воткнул. Топор. Блин, у меня как всегда врага сначала в ненужный момент. Задрото. Да че этого пирата никто не убьет, блин. Замушли за дрота играли, блин. О, пещера. Да блин, вообще что-то лагает в бою. Меня убили бочкой. Взорвали. Я вообще не вижу, как стойка нам не уходить с респы. Фак. О, у меня крюк есть, я могу крюком, короче, фигачить. Человек, крюк. Крюк. А попугай, что, если умирать, все его, да, нет у тебя? Ну, надо взять его, потом будет. Эконом, ты где? Стой, не уходи с респы, где ты, блин? За мной, чувак. Есть, попал. Стой, стой, ты а где? Иди к кораблю, Джигурдей. А где? Ну, тут прям на респе. Оглянись тут, в центре. Еще на карту можно посмотреть, нет? Нет. Наверное. Вот, наверное, что я сзади, вон. Ну, ты... идем за мной. Блин, вот горит. Ты идешь? Ай, блин! Я выглянул из-за угла. Он что, насквозь убил? Насквозь убил, да. Чуть-чуть убил. Просто у меня тоже жизни жестоко отнялось, у меня чуть-чуть осталось. Он меня ранил, тебя убил. Ну, мощность суператаки долбанул. Блин, что-то нам лагать начало. Даже если в пол смотреть, в PS все равно. Маленький. Блин, что за лаги? Ай, черт. Чё у меня больше всех пинг? Ну и фиг с ним, не попадаю, ладно. О, нифига себе, тут можно блокировать.
Нигер. У вас сервера ищут? Нет. А как вы зашли? У меня в истории был. Откуда он у тебя, блин, появился в истории? Ну я до этого уже играл. А откуда ты, у тебя до этого были сервера? Чего? Ну, когда ты искал их. Чего? Кто это сделал? Короче, сейчас, блин, я грифил свою ловку, а меня убили. Да блин, да встали тут, я не могу никого убить. Раньше такого не было. Короче, нафига всех убивать, давайте домик строить. И все, я понял, как играть. Я камни набираю, вы дерево ломаете. Где-то, по-моему, была эта карта, да, где там, как в Майнкрафте, надо было долбить эти проходы, чтобы врага добраться. Я не могу так играть. Более, мне кирку нужна, топором камень не могу сломать. Кирку. Джигурда покраснел. На спине. Чёртовы псы. Блин, они где? Моя же тактика, не убьешь бочкой, сам сдохнешь. А вон он плавает, да, кстати? Экономист, он мой, не трожь его, где он? Блин, он сам взорвался, шахи хренов. Лучше самому взорваться, чем от Джигурды умереть. Да. Да, тебе. Экономист, стой, идем назад, обернись, забей на него. Зачем? Тебя сейчас убьют, я тебе покажу. Кого? Что мы там с бензоном делали. Идем назад, пока не сдох. Ну надо кого-нибудь убить. Ну ладно, сейчас я вам за джигурдязю. Не, я побежал от него. Он сильный. И к толпа там. Я тебе не наношу урон. Не знаю. Я какой-то комбо 3 сделал. Как насмешку делать, блин? Какую насмешку? На F. На F. А чё, когда он насмешку делает? Одна вся Джигурда. А дух отвалил, сейчас все лягут. Блин. Да ты никого не попадаешь, ты, блин. Вон толпа сзади тебя, чё ты убежал-то? Джигурда, Зим, от меня один пирачек бежит в офиге. Он тебя сейчас бочки кинет. Зажали рыцаря. Блин, у рыцаря, может, место я есть? Даже никого не убил, хотя у рыцаря есть падали. Место, я рыцарем буду. Вот чё за себя юа. Чувак вообще по-английски рубит. Ну, стафа пойдём. Стафа не пойдём. Там джигурдязи нету. О, здесь картошку можно сбивать. Вот почему такие лаги были. Потому что дофига картошки сыпалось. Как ее жрать? Вы что, прибежали кто-то к кораблю по вражескому? Черт. Кто хочет духовных бананов? Духовных тут бананов. У корабля валяются. Вот почему-то топорами маленькими они не сбиваются, а большим. Большой кувалд, да, они вылетают. Так, может, а, блин, зарыться нельзя, да? Теперь я крышу этот рынок. Джигурда тебе крышу этот рынок. Черт. Какая-то стрёмная дуэль идет. У меня какой-то другой джигурда меня дал. Меня насадил на решетку. Насадил на решетку. Ну да, на решетку. Я еще подумал. Ой, нифига себе, дали аккаунт попугаем там забил. Попугаем как?